что вот, на этом уровне как бы фальсификации просто невозможно сделать, правильно? Смотрите, мое лицо видно там. Красиво. Да. Очень достаточно. Просто как бы впечатление, да. Мое впечатление. Ну, это первое впечатление, это спокойно. Не все же говорят, фальсификации. Нет, фальсификации практически невозможно. На этом уровне столько наблюдателей, на всех уровнях посмотреть. На уровне заполнения отметка в кабине, опуск урны, сколько времени просматривается. 4 часа, мама дорогая. Больше 5 бюллетеней никто не опускал. Это и реально партия регионов, реально, да? Вот как бы партия регионов. Ну, я стоял, что ему против фактов ничего, да, к сожалению, да, нельзя сказать. Против партии, да. Ну, посмотрим по кандидатам, где пойдут. Да, там будет интереснее, дальше будет интереснее. Да, там будет интереснее. Вы же можете сказать какие-то, как вы считаете? Вот я слышу регионы. Ну да, я считаю, что регионы будут впереди. А как вы думаете, кто еще войдет? Какие еще партии войдут? А пока непонятно, потому что... Ну, навскидку. Не исходя из вашего, допустим, а вообще исходя из ситуации. Ситуации? Я даже не могу понять, какая партия сейчас. Наверное, третья партия Тигипка. Сильная Украина войдет, сильная, да? Сильная Украина, потому что она действительно набирает силу, эта партия. И начинают поднимать голову мелкие партии. Вот Русский блок пошел. Вот. Потом третья сила вот идет. Русский блок тоже много, да, я смотрел? Да, сейчас. Я вас слышу, что русский блок. Да. Женя там, знаете же ее, да, Бондаренко Николай? Так я же председатель. Я же председатель общества русской культуры Руси. Но я с этой Женей вместе работаю. Да, вообще знаю. Да, ну потише, да, давай. А сколько закончится? Мне говорили час-два. Нет, час-два это не реально. Ну, а к обеду закончим? Закончу. К обеду закончим? Закончу. Кто мэром будет? Конечно, Чайка. Чайка, однозначно. Кто еще? А, ну вы же участка этого не знаете или знаете? Кто здесь будет, как на вас? Я первый раз на этом участке. Потому что я работала на трамвайном депо, нас перепутали, все три участка перепутали, поэтому мой участок ушел другим людям, а мы на этом участке первый раз. А много людей, кстати. Я вот тоже сегодня пришел на свой участок голосовать, оказывается, там я уже не голосую, а я и плюнул, я и не пошел. Ну честно, ну что его там? Ну, толпа была большая. Кабинок не хватало. Непонятно было. Я даже удивилась, что так много народу пришло. Что-то еще хотел спросить уже. Домой хочу уже. Я не думал, что это так затянется. Какие-то у вас уже выборы по счету? Ой, я уже со счета сбилась. Сбились, да? Да. Потому что я с самого начала на выборах. И выборы не пропускаю. Ни одни. Все попадают. Живая копейка. Все. Да еще. А сколько получали, кстати, по секрету, можете сказать? Сколько получали председатель комиссии? Смотря кто платит. Ну как, смотря какая партия. Ну, дело в том, что тоже по-разному. Смотря какие ресурсы. Нет, сколько государство? Вам же государство платит? Ну и государство, и... Да не, ну сколько партии платят, мне не интересует. Сколько государство платит? Я даже не помню, сколько платит то государство. Только платят, что вы и не помните. Понятно. Члены комиссии что же получают деньги от государства? Обязательно. От государства, да? Обязательно. Суточные. Суточные. За то, что работают. Ну, сутки получаются. Перед
получают премию. Ну да, уже от партии, там уже кто-то пригласительные, пишут их. Понятно. Потом партия хочет... Работа. Я больше не пойду. Партия хочет платить, хочет нет. Ну понятно, это понятно. Потому что в прошлый раз Юля не заплатила, Литвин не заплатил. Могут сказать, что заплатят, а не заплатят. Обманули. Кто в прошлый раз обманул? Юля, Литвин. Да ну, Юля обманула в прошлый раз? Да. Не заплатила? Нет. Да ну. А как же она на этот раз собрала? А совсем другие люди пришли. А, просто которые не знают, да? А те, которые работали раньше, никого нет. Кино и немцы. Так, ну ладно, Ромка, не надо разговаривать, это вам мешает. Да, мешает. Да. Так, клейте, пожалуйста. Проехали. Все готовы? Ребята, рассаживайте. Ребята, рассаживайтесь, разбирайте свою эту. Так. Задерка. Все? Задерка. Нормально. Это не действительно на выбух. Круглов. Я. Круглов. Задерко. Круглов. Круглов. Фабрикова. Круглов. Круглов. Усачев. Круглов. Круглов. Усачев. Задерка. Задерка. Круглов. Фабрикова. Задерка. Задерка. Круглов. Задерка. Не підтримую. Ну смотрите, не підтримую. Вот сюда. У кого не підтримую? Опять не підтримую. Круглов. Гончаров. Круглов. Гончаров. Терзийский. Терзийский у кого? Круглов. Петрович. 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 Круглов. Круглов. Не підтримую. Шеслер. Не підтримую. Круглов. Усачу. Круглов. Я можна от этот фото? Не підтримую. Фабрикова. Фабрикова. Усачу. Усачу. Круглов. Задерка. Не підтримую. Круглов. Шеслер. Задерко. Круглов. Задерко. Не підтримую. Не підтримую. Усачов. Фабрикова. Не підтримую. Ну вже взагалі. Круглов. Круглов. Федоржинський. Усачов. Задерка. Гончаров. Круглов. Гончаров. Гончаров у кого? Андрюша Гончаров. Круглов. Задерку. Шеслер. Круглов. 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 Не підтримую. Круглов. Круглов. Гончаров. Гончаров. Задерку не підтримую. Задерку. Круглов. Шеслер. Шеслер. Круглов. Максим, встаньте, вот там возьмите кучу ручек. Что, я ручку забрала? Да. Сейчас. Да. Девочки, пишем то, что вот я говорю. А дата? Дата сегодня. Сегодня уже ноябрь. Это демонстрация.
Усачев? Да. 61. Да. Ну, это 17. Эти три малые, кто ли эти реки? Ну, так оно вышло, что 64-18. Что это? Не знаю, сколько это было. Попросите вас кого-то. Второй конверт еще был. Готов? Да. Все подписать? Да. А нет, печати нет еще. Так. Ну, чайку рядышком положили. Что? Печать. Чайку рядышком. Да. А куда я выйду? А что вы никто не понимаете? Все. Можно есть, да? Ну да. Я нормальным языком. Проклейте руки. Вот так. Исаков. Да, я Чайка. 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 Болтянский. Кто Болтянский? У кого? Только ближе надо туда. Вот чайка. Мы все... Подожди, Лена, заряжай. Я Петрымова. Чайка. Это ближе. Кучнее. Чайка. Да сиди. Спирьте быстрее. Чайка. Задырка. Вот. Чайка. 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 Ну, еще здравый. Чайка. Чайка, задырка, чайка, Исаков, Исаков, чайка, чайка, задырка, ну Петры мои, чайка, задырка, Исаков, 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 чайка, Гусев, Гусев у кого? Задырка, чайка, Исаков, Данилевска, чайка, Ольховский, Ольховский у кого? Исаков, одну секунду, чайка. Неправильно оформили. Ну мы сейчас будем пока разбираем, мы все переберем. Мы для чего? Мы переберем. Задырка, задырка, чайка. Задорка. Болтянки. Болтянки у кого сейчас? У меня. Чай. Болтянки. Исака. Нет, болтянки. 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 Исака. 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 Улыбайтесь, улыбайтесь. Болтянки. Исака. Чай. Чай. Пожалуйста, кто не расписывался, не підтримали жодного, пожалуйста. Не підтримали. Чайки много? Не многие не расписали. Трындец, опять по хреновым дорогам надо. Ну это сюда пошло, вот сюда. Айсовый баландюк. Айсовый баландюк. Дети, а вы погодите. Не, я тут потом.
сюда, ко мне, этот борчик.